Прогнозы по поводу нынешней весны пока делать рано, но даже если она и наступит поздно, воды будет много. Поэтому во избежание паводка на улицах города специализированные службы круглосуточно работают. Областной центр поделен между 20 бригадами, в распоряжении которых десятки единиц различной спецтехники. Внимание уделяется также второстепенным улицам, частному сектору. На зимнее содержание задействованы спецтехники в количестве 43 единицы МТЗ щетками, 14 единиц МДК. Также на линии работают 16 единиц пескоразбрасывателей, которые проводят посыпку остановочных площадок, перекрестков, мостов, путепроводов, пешеходных переходов противогололедными материалами. На сегодняшний день с городской территории вывезено более 20 тысяч тонн снега. Это с улиц Мясоедова, Арынова, Мирзаяна, Заводская, Краснощекова, Эмбинская, братьев Жибановых, Рыскулова. Вместе с тем, 11 подрядными организациями ведется работа по посыпке прохожей и проезжей части инертными материалами. На зиму, к примеру, только соляной смеси необходимо около 3000 тонн. Сейчас в запасе имеется более половины от необходимого объема. В то же время, как отметили в Акимате, проводится очистка от снега тротуаров и парков. Всего в уборке городских улиц задействовано более 250 человек и свыше 80 единиц специализированной техники, включая автогрейдеры и тракторы. Акмарал Майкузова, Жаслан Жубаев, программа «Факт».